1890 год. Как мы назовем вашего сына? Виктор. Это имя не занято. Ура! 1909 год. И знаешь что, сынок? Что, мама? Ты уже уходишь. Ну, наконец-то. Почему пораньше ты не могла отпустить? Да боялась за тебя. Все с тобой ясно. Ну, наконец-то свобода. Ура! Здравствуйте. Ну, как ты жив? Хорошо? Да, я был сыном мэра. Да ладно. Я еще ворую у жадных и бесчестных. Молодец, что ты воруешь у жадных и бесчестных. Ну все, пошел дальше. Давай. Здорово, мужик, мне, пожалуйста, 3 бутылки пойла. На, держи. Спасибо. Все, хватит мне уже. Фу, я пойду домой лучше. А что? Все уже стемнело. Все так время быстро прошло. Меня же начинают двоиться в глазах. Что-то мне нехорошо. Фу. Чуть не вылезла обратно. Надо пойти быстро обратно домой. Так, надо сделать так, чтобы мама не подумала, что я пьян. Так, все. Где ты так долго был? Ты пьян? Нет. Я по твоим глазам вижу, что ты пьян. Ладно, ладно, я пьян. Ладно, иди спи. Хорошо. Доброе утро. Наконец-таки я про... Так, надо бы снять квартиру. Только где бы ее снять? Я знаю одного торговца, он продает квартиры. Сейчас пойду к нему. Где он тут? Так. О, здрасте. Здрасте, вам квартиру? Да. А на каком мне этаже заселиться? Ну, на 3-м заселитесь. Спасибо. Пожалуйста. Ну, наконец-то. Ура, ура, ура. Ура, теперь я живу. Один. Ну все, я пошел к ресторанчику. Ну, то есть к пиццерии. Сейчас пойду.
Опа-на. Здорово, мужик. Дай мне еще три. Уже не три бутылки пойла, а 4 бутылки пойла. Хорошо. А вы хотели пиццу? Да. Ну все. Эй, Бухарик, да ты там громко не пей, хорошо? Хорошо. Мужик, спасибо за 4 бутылки пойла. А где пицца? Я ее уже слопал. А, ясно. Ладно, обратно пойду домой. Но я сегодня не такой сильно бухой, как вчера. Но все равно бухой. Ладно, пойду домой. А, зачем я иду к маме? Я пойду к своей квартире лучше. Дом, милый дом. Доброе утро.